Современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Архангельской области. На 2018-2020 годы Владимир Путин поставил задачу построить ФАПы в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек. Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании при губернаторе Архангельской области. В ближайшие три года правительство Архангельской области планировало построить 6 ФАПов. В 2018 году в региональном бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Акулово Приморского района и в поселке Верховском Плесецкого района. Проживание – одно из условий при выборе работы фельдшера в деревенских ФАПах. Одно решение – с квартирой, другое решение – без квартиры. И никаких других вариантов я просто даже не принимаю. Вы должны меня представить в течение этой недели. Соответствующими всеми выкладками, ценами, расчетами и так далее, и так далее. Эти проекты предложат в муниципальное образование, чтобы в последующем включить их в федеральную программу. Они должны соответствовать всем современным требованиям к подобным строениям.